Здравствуйте, Анна. Спасибо вам за вопрос. Это то, о чем я говорю каждый божий день, абсолютно со всеми своими клиентами, со всеми слушателями, со случайными людьми, потому что, перефразируя рекламу, имидж – это все. Вот жажда, она ничто, вот имидж – это все. Почему? Потому что, как говорят на Востоке, на чем мы сосредотачиваемся, тем мы и становимся. И при помощи своего персонального вот этого визуального резюме, при помощи своего имиджа можно действительно создать свою собственную реальность. Как? Каким образом? В первую очередь, через что? Через цвет. Цвет – это вообще просто колоссальное значение имеет в нашей жизни, колоссальнейшее. Это физическое явление. И согласитесь, когда вы выходите на улицу утром в погожий весенний день и видите вместо погожего весеннего дня серое небо, скрытое, которое скрывает то, что должно быть, в общем-то, яркое солнышко, да, то, соответственно, настроение что ваше делает? Оно не очень-то понятно, что в наше внутреннее состояние, это в первую очередь, это очень важно, что у нас внутри, но создать свое настроение можно самостоятельно, опять же, при помощи цвета, не надевая все тот же серый цвет или черный, который так за окном его в большом количестве присутствует. Вот я как житель Петербурга могу сказать, что я любуюсь, в кавычках, любуюсь серым цветом на протяжении всей зимы и всей весны. И если бы у меня не было вот этих знаний о том, как можно создавать свое настроение при помощи цветоперсонализации, наверное, я уверена даже, что я не была бы столь позитивна, честное слово, потому что каждый день я создаю свою собственную реальность при помощи тех цветов, которые я надеваю, потому что цвета есть, которые привлекают настроение, есть цвета, которые убирают напрочь это настроение. И когда мне хочется яркости и света, я надеваю все то, что связано с этой яркостью и света. Я надеваю цвет неба, я надеваю цвет травы, я надеваю на себя цвет солнца, я надеваю на себя цвет воды, потому что мне очень хочется уже к морю. И плюс это еще цвета очень-очень актуальны в этом сезоне. И когда вы каждый день создаете свое собственное настроение, оно, безусловно, в вашей жизни присутствует и проявляется очень хорошими событиями, хорошими встречами, встречами с яркими людьми, с позитивными людьми, а не с хмурыми людьми. Это так же, как и практика фэншуй, когда мы говорим о гармонизации какого-то сектора при помощи чего? Цвета, формы, элемента, когда нам нужно усилить металл, мы тут добавляем белые круглые формы, дерево мы, соответственно, добавляем зеленый цвет, прямоугольные формы. Точно так же и одежда, она вам создаст вот ваш внутренний фэншуй, когда вы знаете, какого цвета ваши глаза должны, вернее, они не должны быть, они есть, какого цвета ваши волосы, какие они есть и какие лучше их сделать для того, чтобы улучшить и цвет лица и, соответственно, свое собственное настроение. Когда вы знаете абсолютно точно, когда какой вам макияж нужно делать каждый день, какой вам идет, когда вы точно знаете, какие вам цвета идут, поверьте, каждый день вы будете создавать свою собственную реальность и улучшать качество жизни при помощи своего персонального резюме, при помощи своего имиджа. Пожалуйста, девушки, дорогие мои, любимые, носите цвета, которые представлены сейчас в большом ассортименте, даже в наших магазинах, в российских магазинах, огромное количество цветов, которые так привлекательны, мятные, салатовые, цвета заварного крема, цвета клубничного шампанского, это все сейчас цвета, которые очень актуальны, очень модны, обратите на них внимание и сделайте себя привлекательной для всех при помощи этих чудесных цветов, и будет вам счастье.